мне нужно купить 2173 вот этих вот патрона по цене 320,16. И я хочу как можно быстрее он начал у меня этот ордер покупать. Беру, вот выставляю один ордер на продажу вот одного вот этого патрона на 1 цент дороже. Невнимательные продавцы, они всегда ставят цену на 1 копейку дешевле. И что в его случае получается? На 1 копейку дешевле это ровно столько, сколько стоит мой ордер на покупку. И ордер сразу, который он выставляет, автоматом закрывается. Для него, конечно, это неприятно. Он потерял прибыль, плюс он еще и за ордер заплатил же пошлину. Если бы он сразу продал, он пошлину не заплатил. И весь его товар на цену дешевле сразу мне в копилочку улетает автоматически на мой ордер. Он даже не увидит его создания. Тем самым я ускоряю количество закупок своего товара. И есть люди, которые они продают, хорошо, они туда попадают. Но мне этого мало, я хочу быстрее. Я хочу, чтобы вот туда, в эти же сети попадали те, кто выставляют ордера. Соответственно, они когда ордер выставляют, они хотят поставить в большинстве своих случаев самый дешевый ордер на 1 копейку дешевле, чтобы их ордер был самый первый, чтобы все операции сделки проходили по ним. И они это делают. Мой ордер на продавцы такой, это тоже мой самый верхний. 320,17. Всего лишь один патрон, это тоже мой. Это ловушка на невнимательных. Они не смотрят, что это один патрон. Они не видят, что разбежка в цене огромная. Они просто ставят на 1 копейку дешевле. И система автоматически их ордер продает вот моему ордеру ниже, который на покупателя. Я просто быстрее я закупаю нужное мне количество. А невнимательно я терял бабло. Это называется без лоха и жизнь скучна. Поэтому тоже осторожнее выставляйте подобные вещи. Внимательно смотрите или будете попадать в неудобную ситуацию.